На канале Дистори вышел новый клип «Снежная песня». Давайте поддержим их лайками. Дистори! Да, Сергей Павлович, я все помню. Да, я проиграл спор. Ну и условия, конечно же, помню. Да, сегодня весь день на все просьбы, на все обращения я должен отвечать только «да». Я думаю, что с моими учениками у меня проблем не будет. Ну, они никогда меня не просят о какой-нибудь там ерунде. Воспитанные. Ну и потом, откуда им знать, что я сегодня должен говорить только «да»? Всего доброго. Юрий Иванович нам реально сегодня будет всем говорить только «да». Прям как ваш Сергей Павлович на прошлой неделе. Так, задание всем понятно? Приступаем. Смотри. СМС-ка от Ромы. Сашка был прав. Действуй. Классно. Сейчас проверим. Что проверим? Увидишь. Диана, что это такое? Мне просто захотелось попрыгать. Что? Прямо во время урока? Да. Вы же, Юрий Иванович, мне разрешите? Ну... Да, прыгай, конечно, но чтоб другим не мешать, может быть, ты в коридорчике попрыгаешь. Спасибо, хорошо. Готово. СМС от Рома. У меня тоже. Вот это да. Теперь все понятно. Ого! Ничего себе! Это же здорово! Девочки, вы куда? Юрий Иванович на улице. Такая погода хорошая. Может, мы погуляем? Но вы же еще не сделали задание. Мы потом сделаем. Вы же нам разрешите погулять? Ну да. Погуляйте. А можно мы с ними пойдем? Девочки, да вы что? Урок идет. Ну, вы же их отпустили. Ну, Юрий Иванович, можно мы тоже погуляем? Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Идите. Слушай, а что мы попросим Юрия Ивановича? Кажется, я придумал. Все. Сегодня же ставлю вопрос перед директором о переводе тебя, Паша, в другую школу. Как в другую школу? Вот так. Подойди сюда. Сейчас же иди домой и предупреди родителей, чтобы они завтра пришли и написали заявление. Юрий Иванович сегодня ни в чем не может отказать нам. И что теперь? Сейчас проверим. Юрий Иванович, помните,
Вы хотели меня перевести в другую школу и вызвали родителей. А директор меня оставил. Ну, конечно, помню. А что? А можно? Вы родителей больше не будете вызывать. А меня за все простите. Да. Спасибо вам, Юрий Иванович. Я вам этого никогда не забуду. Офигеть. Смотри, сегодня все можно. Ага. Можно даже попросить исправить двойки. Ты будешь? Конечно, надо этим воспользоваться. Юрий Иванович. Что еще? А можно нам с Алиной двойки исправить? Ну, хотя бы на четверке. А мне, пожалуйста, на пятерку. Да вы что сегодня все, обнаглели, что ли? Юрий Иванович, тогда или нет? Ну, хорошо. Да. А нам исправить? Мы тоже хотим. А у меня двойка есть. У меня вообще единица. Хватит! Здравствуйте! Пойдемте-ка, ребята, сходим в кино. Сидишь можно, да, Юрий Иванович? Да идите вы все в кино! Ура! Алло. А, Сергей Павлович. Сумасшедший день. Ай, сумасшедший. Ну, завтра я им всем такое устрою. Я им завтра такое устрою.